привет, с вами Оля Крупенкова. Ты смотришь программу «Ваше шоу ТОП-5 белорусских клипов» на канале «Поговорим Плюс ТВ». Нашу программу клип группы «Без паники. Не оставляй меня». 5-я позиция. Сегодня мы в столичном клубе «Брюгге» на презентации альбома группы «Радиоволна 118.1». До начала остались считанные минуты, и мы немного пообщаемся с музыкантами и гостями вечера. Поехали! С нами Влад Чижиков, солист группы «Радиоволна», и, что немаловажно, один из авторов песен. Привет, привет! Привет! Расскажи, как проходила запись альбома? Она проходила долго. Мы записывали альбом в течение 2 лет. Вот буквально начали, наверное, в марте 2016-го, и постепенно сингл за синглом мы выпускали песни, которые транслировались на радио, на телеке, и мы решили подвести такую черту, итог этой работы, записав альбом. Многие артисты в процессе записи альбома сталкиваются с тем, что в какой-то момент хочется все бросить, все надоедает. Были ли у тебя такие моменты? Нет, все проходило органично, не было истерик ни у кого, все работали и выполняли свою работу, каждый очень хорошо, и поэтому все получилось. Такие песни у вас в альбоме совершенно разные, есть более лирические, есть более динамичные. Какая песня в альбоме для тебя самая близкая, самая родная? Сложно, потому что я писал ко всем песням мелодические линии, тексты, и каждая по-своему хороша, ближе.
Из всех, ну, «Метро» мне очень нравится. Мне нравится «Вернешься». Да, собственно, с каждым промежутком времени нравится какая-то отдельная песня. «Весна» нравится, «Весна накрыла нас». «Летом» нравится, «Между нами игра». И это постоянно меняется. И да, просто бывает такое, что песня надоедает. Когда еще только ее пишешь, уже надоедает. И с этим сложно бороться. Что накрыло тебя этой весной? Меня накрыло весной... Сложный вопрос, что меня накрыло. Скорее, весна меня накрыла этой весной. Как и у всех, я надеюсь. И желаю всем, чтобы вас весна накрывала, потому что весна — это не пора года, это ощущение внутри тебя, это то, чем ты живешь. Когда следующий альбом, Влад? Ну, этот прям не могу сказать. Мы переносили даже этот альбом на полгода, планировали выпустить чуть раньше. Следующий, ну, мы исполним на концерте пару треков, которые войдут уже в следующий альбом. Поэтому, ну, близится дата, но пока точно не скажу. Возможно, в начале следующего года, может быть, даже так. Пару слов о твоих планах на будущее, на это лето. Какие планируются выступления? Или, может быть, ты планируешь отдохнуть, съездить в отпуск? И то, и то. Я планирую и съездить в отпуск, и планирую фестивали различные, ну, с группой, выступления. В общем, много-много всего. Я сейчас, наверное, будет странно все это разглашать. Могу пригласить всех на песню «Года Беларуси», где мы выступим с песней «Метро» в этом году. Она пройдет, по-моему, в Солигорске. Что ж, до новых встреч. С нами был Влад Чижиков, солист группы «Радио Волна». В наш ТОП-5 вновь возвращается Вероника Цубикова. На сей раз с премьерой «Не исчезай». 4-я позиция. Исчезнув из меня, развоплотясь, ты из себя исчезнешь, себе самой навеки из меня, и это будет низшая нечестность. Не исчезай, забудь про третью тень. Можно в
исчезай. Мы искупили грех, мы оба неподсудны, невозбранны. Достойны мы с тобой прощения тех, кому невольно причинили раны. Не исчезай, исчезнув из меня, развоплотясь, ты из себя исчезнешь, себе самой навеки из меня. И это будет низшая нечестность. Ты смотришь программу «Ваше шоу» на канале «Поговорим Плюс ТВ». Awesome Event Group представляет 24 мая Prime Home. Большой сольный концерт группы «Айова». С новой программой «Плохо танцевать». Билеты в кассах Prime Home. При поддержке Relax.by и нового радио. Возрастное ограничение 0+. Из чего мы готовим настоящий хит? Зерна таланта, ударный вкус и мощная волна свежести. Тогда все заиграет. ДДТ, Звери, Сплин, Noize MC, Луна, ЛСП, Ляпис 98, Дай дорогу, Джей Морс. 4 августа, Аэродром Боровая. Только хиты. Рок за бобров. В твоем вкусе. Сразу двумя новыми треками порадовала слушателей Вероника Цубикова. «Не услышу» и «Не исчезай». Работы уже в сети. Также увидел свет и новый трек от Дианы Громовой «В тишине мыслей». Певица Диана Громова с нами. Привет, привет. Приветик. Расскажи, что привело тебя на презентацию? Первый фактор – то, что я обожаю музыку группы «Радиоволна». Я знаю все песни. Вот вы сегодня даже можете проверить это. Я буду петь все песни наизусть. Но второе, конечно, что Владик мой близкий друг, и я за него переживаю, всегда поддерживаю, поэтому я тут. Твоя любимая песня из нового альбома? «Мне повезет». Как думаешь, тебе повезет? Безусловно, конечно, с таким гимном, конечно, повезет. Расскажи о недавно вышедшем треке. Да, мой трек называется «В тишине мысли», автором слов и музыки является кто? Влад Чижиков. Да, я презентовала на мой день рождения. Песня значительно отличается от предыдущих моих песен. Вот, есть, я знаю, хочу спросить про клип. Клип не собираемся снимать. Так, почему? Я поеду отдыхать. Вот рассказывай, куда поедешь? В Грузию. Почему в Грузию? Я просто уже всю Европу исколесила, поэтому нужно ехать в Грузию. Вот это я понимаю. Тут кто-то клипы выпускает, записывает песни. Диана, молодец, можно выпустить песню, а теперь время отдохнуть. Да. Как ты думаешь, какие будут успехи у этого альбома, какие песни будут самыми популярными? Это тяжело предугадать, это музыка, и как бы я не могу говорить за людей, но я верю в каждую песню, и каждая песня для меня особенная, и нравится мне, поэтому я желаю просто удачи. Тут от удачи все зависит. И такой вопрос к тебе. В одной из песен поется о весне, о том, как она накрывает. Расскажи, что накрывало тебя этой весной? Любовь. Любовь и музыка. С нами была Диана Громова. Смотрите ваше шоу на канале «Поговорим Плюс ТВ». Тройка лидеров на этой неделе. Третье место – Tone Twins. Улицы, суета, и не укрыться. Люди все замкнуты, но этой ночью сложно не влюбиться. Далеко убежать, где нет границы. Может быть, где-то там мы растворимся. Внутри меня горит пламя на двоих. Ты просто подойди поближе. Не бойся ничего, ведь это так легко. В моих глазах тепло. Огни мерцают,
движения. Так просты, чувства всех вокруг переполняют. Кружится голова и закипает. Кровь внутри, громкий бит двух людей соединяет. И внутри меня горит пламя на двоих. Ты просто подойди поближе. Не бойся ничего, ведь это так легко. В моих глазах тепло. Просто подойди поближе. Не бойся ничего, ведь это так легко. В моих глазах тепло. Гитарист и аранжировщик группы «Радио Волна» Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как вам далась запись альбома? Долго, упорно, но с удовольствием. Ваша любимая песня? «Оставь себе». Почему именно она? Она каждый раз, хотя мы работали, обычно как к моменту выпуска песни, она уже успевает надоесть. Особенно, ну, ты же много ее раз слушаешь, пока пишешь аранжировку. Но вот именно эта песня вообще не надоела ни разу, и каждый раз, когда вот до сих пор слушаю, вот мурашки по коже бегут. Как часто нужно делать перерыв в работе, чтобы не уставать от нее? Ну вот раз в год отлично. Может быть, два раза в год. Хотелось бы чаще, конечно. Да я просто люблю свою работу, мне как бы не нужно от нее прям... Организм просто не выдерживает, мозг не выдерживает, а я-то вообще работал бы без перерыва. Виталик, что бы хотели сказать своей команде, которая потом это видео посмотрит? Увидит. Братья, люблю вас. Евгений Кузьмичев с нами, продюсер. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, как вам новый альбом группы «Радио Волна»? Очень хороший новый альбом, интересный альбом. Это первый альбом группы «Радио Волна». До этого у них еще не было альбомов, не выпускали. Вот. Они в самом начале своего творческого пути. Очень молодые, то есть очень талантливые молодые ребята, которые... Я думаю, проявят еще себя в дальнейшем, перспективные. Все у них будет, я надеюсь, замечательно в их творческой карьере. Как вообще молодым артистам записать такой альбом, чтобы он зацепил людей, чтобы ротировался везде? Ну, во-первых, это нужно иметь такое творческое начало, воображение. Не каждый сможет написать хорошую песню, чтобы она нравилась всем. Нужен талант от Бога, я считаю, вот. Чем обладает Влад Чижиков и ребята, которые вместе с ним помогают ему в написании песен, делают аранжировки, помогают ему в написании музыки. Вот Влад сам пишет и стихи, вот, предлагает варианты музыки, и совместно они уже делают какой-то конкретный продукт, выпускают уже музыкальный. Есть у вас любимая песня группы «Радио Волна»? Самая-самая? Ну, трудно сказать, какая песня самая любимая. Все песни очень хорошие, но больше всех меня цепляет это «Весна накрыла нас». А вторую строчку топ-5 этой недели занимает Тео с клипом «По тонкому льду». Смотрим в одну сторону, нежно стелим поровну. Нас уже давно не остановить.
делают счастливыми нас двоих. Ведь я потом кому иду, снова к тебе приду, раньше холодного ветра. Как звезды и облака, вместе и на века, ты моя планета. А я потом кому иду, снова к тебе приду, раньше холодного. Благодарный случаю, все, что было к лучшему, за руку мечтаем в объятиях снов. По местам расставили, поступили правильно, это нереальная любовь. Нереальная любовь. Ведь я потом кому иду, снова к тебе приду, раньше холодного ветра. Альбом, как песни, что цепляет? Альбом очень нравится, очень много хороших песен, которые запоминаются, просто очень атмосферный. Любимая моя песня – это «Метро». Что вам больше всего в альбоме понравилось? Ну, он мелодичный, приятный, легенький. Знаете, я думаю, что все-таки, раз мы пришли на концерт, наверное, мы должны здесь оторваться, и поэтому я думаю, что мы зажжем, потанцуем, все будет классно. Есть такая классная песня про весну в альбоме, слышали? Да. Что вас накрывало этой весной? Что было особенного за эту весну с вами такого? Диплом. Наша любимая песня – это «Между нами игра». Вот. Мы очень ей впечатлились. Также вообще мне очень нравится творчество Влада Чижикова. По мне, ну, очень достойный представитель. Мы, так сказать, лицезрели его на Евровидении в этом году на отборочном туре. Болели за него. Вот. Ну вот и слушаем активно его альбом. Еще нам понравилась песня, боже мой, «Весна». Вот. Да-да-да, «Весна накрыла нас». Я слышала такую песню одну, «Между нами игра». Вот. И когда мне сказала Саша, что она выиграла билет, я просто на протяжении, наверное, 2 дней просто эту песню напевала. Вот. Так что, ну, посмотрим. Мне кажется, понравится альбом. Нам все, нравится все, абсолютно. Бывают такие артисты, что прям все нравится? Да. Ваша любимая песня из альбома есть такая? «Метро». Я еще не послушала этот альбом. Сегодня его буду слушать первый раз, но надеюсь, что мне понравится. Мне очень нравится творчество этой группы. Я была очень удивлена, что в Беларуси, ну, как бы выпускают подобный материал. Я совершенно случайно их обнаружила после отбора на Евровидение. И вот с того момента я слежу за ними, и мне очень нравится. Ваша любимая песня группы? Я думаю, песня «Метро» моя самая любимая. Самый популярный ответ, кстати. «Метро». Как вообще узнал, как начал слушать эту группу? Где ты ее услышал первый раз? О, я ее первый раз услышал 4 года назад на канале ОНТ. Самая крутая группа в мире, обожаем ее. Особенно Чижикова. С
самый крутой. Он с нами на отчетнике, кстати, выступать будет 21 мая. Что вы его так любите, расскажите? У него очень интересные песни. Он круто поет. Они всегда позитивные. Я согласна. Ваша любимая песня из альбома? «Любви больше нет» и «Между нами игра». Влад очень творческий человек. Как-то получается так, что в течение обстоятельств мы даже пересекаемся в городе совершенно случайности. И могу сказать, он всегда приносит удачу. И очень хочется пожелать сегодня такое вот важное, ответственное событие. Влада только творческих успехов, веры в себя и, конечно же, любви, которая вдохновляет на то, чтобы создавать такие потрясающие хиты. Ваша любимая песня из альбома? Или любимая песня группы? Я думаю, что «Между нами игра». Thank you.
городской музыкальный фестиваль в сердце Минска. 21 век. Новый формат «Минского лета». Тысячи киловатт света и звука. И бесконечный музыкальный драйв. Тебя ждут «Земфира», «ЛП», «Термаец», «Дельфин», «Бумбокс», «Шума». 1 июля. Аэропорт «Минск-1». Билеты во всех кассах города. Начало в 14:00. Справки по телефону 365-400. Подробности на афише «Тутбай». И победителем на этой неделе становится Хоуми с клипом на песню «Эгоист». Хоуми, 2-0-1. 2 часа ночи, мы летим по обочине. Эта ночь будет сочная, со мной рядом порочная. Твои бедра точены, взгляды сосредоточены. Мне не стыдно, что я по тебе так озабочен. Я не звонил тебе сутки, а может быть двое. Я забываю твой номер, забываю твой номер. Я не звонил тебе сутки, а может быть трое. Я прожигаюсь другую, а с тобой не такое. Закрывай глаза, не смотри назад. Я кое-что тебе забыл, детка, рассказать. Я хуже всех, кого ты знала в этой жизни. Я твоя смесь, дикая смесь любви и эгоизма. Я хуже всех. По клубам ты хотела найти, наверное, друга, но тебе я не нужен, но тебе я не нужен. Они говорили, со мной нельзя, просто играйте, все это зря. Вижу, как быстро мухли глаза, ты была против, но теперь за. Они говорили, со мной нельзя, просто играйте, все это зря. Вижу, как быстро мухли глаза, ты была против, но теперь за. Закрывай глаза, не смотри назад. Я кое-что тебе забыл, детка, рассказать. Я хуже всех, кого ты знала в этой жизни. Я твоя смесь, дикая смесь любви и эгоизма. Я хуже всех. Я хуже всех, кого ты знала в этой жизни. Поддерживайте белорусских артистов и слушайте хорошую музыку. Всем пока и до встречи в следующую пятницу.